בוקר טוב שלום עליכם, חודש טוב ומבורך, בעזרת השם אונס ברוך השם ראש חודש, אייר, אייר את אבריאטור הסלוב, אני השם רופאיך, שתו בעזרת השם די בוק, שתו בבוק דל, סם סם, כתוב נוגדייצה וזרבלנים, סקרי של וזרבלנים, ואת המסי בעזרת השם, פער הרוחות ברכות. Говорит Аллаха, ими сапеги бирах бараха ришона оло. Человек забыл. Взял яблоко и сейчас думает, я сказал благословение или нет. Должен говорить снова благословение или нет. Аллаха говорит, не должен говорить. Любое первое благословение перед едой, он не помнит, он сказал, не сказал. Шаколь гадама имеет право кушать без благословения, потому что у нас есть правило сапег брахот для акель. Когда есть сомнение в благословении, мы облегчаем закон и не заставляем его снова говорить благословение. Если он забыл, после того, как он съел, он сказал бараха ахарона или нет, он съел печеные, мезонот или выпил воды, не помнит, сказал аль-михя или не сказал, нефашот сказал или нет, снова говорить не должен. Но если он кушал хлеб и забыл, говорил он биркат амазон или нет, он биркат амазон должен повторить снова. Потому что все благословения, которые у нас есть, кроме Беркат Амазон и Беркат Тора, но то, что мы связаны с едой, они по мудрецам. Поэтому то, что он не сказал благословение до или после, не помнит, тут помню, там не помню, благословение не повторяет. Но Беркат Амазон, так как это мицва по Торе, и сафек дорайта лехумра, когда у нас есть сомнения в мицве по Торе, мы устражаем закон, поэтому человек, который не помнит, сказал Беркат Амазон или нет, должен повторить Беркат Амазон, если он его не сказал. Амин.